Мада, Мадава,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Джануни суталам вишвамуртер. Джануни суталам вишвамуртер. Джануни суталам вишвамуртер. Джануни суталам вишвамуртер. Гуру двоям виталам чаталам ча. 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 Махиталам тадж джаганам махипате. Махиталам тадж джаганам махипате. Махиталам тадж джаганам махипате. Махиталам тадж джаганам махипате. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Джануни суталам вишвамурти. Джануни суталам вишвамурти. Гуру двоям виталам чаталам ча. Гуру двоям виталам чаталам ча. Махиталам таджагаханам мах. Махиталам таджаганам махипате. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Джануни суталам вишвамурте. Джануни суталам вишвамурте. Гуру двоям виталам чаталам ча. Гуру двоям виталам чаталам ча. Махиталам таджаганам махипате. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Джануни суталам вишвамурте. Джануни суталам вишвамурте. Гуру двоям виталам чаталам ча. Гуру двоям виталам чаталам ча. Махиталам таджаганам махипате. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхисаро гринанти. Набхасталам набхисаро гринанти. Веджануни суталам вишвамуртер. Веджануни суталам вишвамуртер. Гуру
двоям виталам ча талам ча. Гуру двоям виталам ча талам ча. Махиталам таджаганам махипате. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхи сарогринанти. Набхасталам набхи сарогринанти. Виджануни суталам вишвамурте. Гуру двоям виталам чаталам ча. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхи сарогринанти. Виджануни суталам вишвамурте. Гуру двоям виталам чаталам ча. Махиталам таджаганам махипате. Набхасталам набхи сарогринанти. Две. Две. Два. Два. Джануни. Джануни. Два колена. Два колена. Суталам. Суталам. Планетная система под названием Сутала. Планетная система под названием Сутала. Вишвамурте. Вишвамурте. Вселенская форма. Вселенская форма. Гуру двоям. Гуру двоям. Два ведра. Два ведра. Виталам. Виталам. Планетная система под названием Витала. Планетная система под названием Витала. Ча. Ча. Также. Также. Аталам. Аталам. Планеты под названием Атала. Планеты под названием Атала. Ча. Ча. И. Махиталам. Махиталам. Планетная система под названием Махитала. Планетная система под названием Махитала. Тат. Тат. Этого. Этого. Джаганам. Джаганам. Чресла. Чресла. Махипате. Махипате. О царь. О царь. Набхасталам. Набхасталам. Открытый космос. Открытый космос. Набхисара. Набхисара. Пупочное углубление. Пупочное углубление. Гринанти. Гринанти. Они принимают это так. Они принимают это так. Перевод стиха. Планетная система Сутала – это колени вселенской формы Господа, а планетная система Витала и Атала – его бедра. Его чресло – это Махитала, а космическое пространство – углубление на его животе. Текст 28. Уракстхалам джиотир аникамасия, бивамахир ваданам бай джаносия, таповаратим видурапин пумса, сатьям тушри ширшани сахасра ширшна. Груд вселенской формы изначальной личности, система светозарных планет. Шея планеты Махар, рот планеты Джанас, а лоб планетная система Тапас. Высшая планетная система Сатья Лока является головой того, у кого тысяча голов. Комментарий. Небесное светило, Солнце и Луна расположены почти в самом центре Вселенной и потому считаются грудью изначальной гигантской формы Господа. Над светилами, которые называют еще райскими планетами или местом обитания полубогов, правителей Вселенной, находятся планетные системы Махар, Джанас и Тапас, а над ними Сатья Лока, где обитают Вишну, Брахма и Шива, повелители гун материальной природы. Этого Вишну называют Кшира Дакашая Вишну, и он пребывает в каждом живом существе в форме сфер души. В причинном океане плавает бесчисленное множество вселенных, и в каждой из них проявлена форма Вират Господа. С бесчисленными солнцами, лунами, полубогами, брахмами, Вишну и Шивами. И как утверждается в Бхагавадгите 10.42, все они вместе взяты составляют лишь небольшую часть непостижимой энергии Господа Кришны.
Ом агьяна тимиранда ся, агьяна джана шалакая, чакшурунитам ината сманши гураве намаха, шри читанья мном виштам, сабитам ена гударе, сваям рупахкадам агьян дадати свападантикам, бандехам шри гуру, шри утапада камалам, шри гуру вайшнавам шча, шри рупам саграджатам, сахагана рагунатам, бутам там саджигам, Садвайтам Саватутам Париджана Сихитам Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхам Итам Шча Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Горанге Раде Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпа Тарупьяща, Грипа Синду Пьяйлача, Патитанам Паване Пьо, Вайшнаве Пьо Намо Намаха, Джачи Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васа Дигора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Джанани Суталам Вишвамурти, Гуру Дваям Виталам Чаталамча, Махиталам Таджагатнам Махипате, Набхаса Талам Набхисарудра, Гвинанти. Планетная система Сутала – это колени в вселенской форме Господа, а планетная система Витала и Атала – его бедра. Его чресло – это Махитала, космическое пространство, углубление на его животе. Грудь вселенской формы изначальной личности, система светозарных планет, шея планеты Махар, рот планеты Джанас, а лоб планетной системы Тапас. Высшая планетная система Сатилока является головой того, у кого тысячи голов. Итак, вторая песня Шримад Бхагаватам начинается с главы, которая называется «Первый шаг в познании Бога». Первый шаг познания Бога именно таков, что мы постигаем его вселенскую форму. Для нас очень сложно сразу воспринимать некие эзотерические представления и видеть воочию, не как внутренне чувствовать, а именно видеть своими глазами, что для нас необычайно важно, какое-то проявление Господа, если мы начинаем связывать свою жизнь с Ним. И именно вселенская форма обычно описывает величие Господа. Вернее, вселенская форма представляет его величие. В Бхагавад-гите Кришна неоднократно описывает вселенскую форму свою, для того, чтобы мы могли этим проникнуться. Это непосредственное ощущение и представление о Господе. Просто представив себе это бесконечное величие, например, глядя на звездное небо, или даже на этой планете, на обширные просторы, на Солнце, на Луну, на эти океаны, на эти материки, на это взаимодействие людей, на это величие природы, на это ее силу, мы можем проникнуться в какой-то степени тем, насколько велик Господь. И для нас это, безусловно, необычайно важно. Не постигнув величия Господа, мы не можем строить с Ним отношения. То есть это самый первый шаг, когда мы начинаем познавать Его величие. Ибо когда мы начинаем познавать величие кого-то, мы можем начать склоняться перед Ним. То есть мы можем признавать Его вначале. Обычно люди в материальном мире, они не расположены признавать чье-то величие, поскольку этот мир, мир Мацари, он основан на зависти. Мы находим недостатки в других и успокаиваемся, понимая, что все-таки, может быть, этот человек, какая-то эта личность, может быть, в чем-то действительно он достиг каких-то успехов, но вот здесь у него есть недостаток, и я это понимаю, значит, я выше в какой-то степени. Также современная цивилизация, которая
развивается сейчас таким образом, что людям очень сложно видеть вселенскую форму Господа. Это мешает развитию божественных качеств людей. И наоборот, помогает материализоваться людям. Этот бетон, этот асфальт, замечательные улицы, прекрасные дома. Может быть, это парки. И когда мы, например, гуляем по городу, и можем даже восторгаться нашим замечательным городом, в котором мы с вами родились, выросли и живем, то это утверждает нас в безбожную концепцию только потому, что мы точно знаем, что это все построили люди. Это все заслуга нас, это заслуга людских рук и людских умов. Но когда мы попадаем в какие-то просторы изначальной природы, как мы, например, в этот раз побывали с детьми на острове Ольхон на Байкале, туда устремляются разного рода эзотерики, туристы, искатели приключений и просто люди ищущие. Только потому, что когда ты выходишь на эти просторы, и там нет вот этих всех строений, которые существуют в этом мире, или проявления людской вот этой цивилизации, вот эти огромные просторы, огромные вот эти горы и вот этот Байкал со скалами, со всеми его там водопадами какими-то и тайгой, то тогда можно понять подсознательно, что это все сделал Господь. Это все, ну или как люди говорят, это все создала природа. И когда мы живем вот в этих мегаполисах, современных городах, то мы от этого очень сильно удаляемся. Мы удаляемся от земли, потому что сама земля как таковая, она дает благость человеку, когда он соприкасается с землей. И в этих стихах описана вселенская форма, чтобы мы могли представить, сколько здесь планетных систем. Например, описывается, что 14 планетных систем существует в этой вселенной. И каждая планетная система, она отражает, представляет собой какую-то часть тела вселенской формы Господа. В заключение этой главы будет говориться о том, что, пожалуйста, медитируй на это. Это будет твой первый шаг к познанию Бога. То есть величие Господа. Для того, чтобы утверждаться действительно в Его величии, нам нужно хотя бы иногда, грубо говоря, для этого выезжать на природу. Потому что это поражает и это притягивает. Почему люди потом начинают совершать паломничество вновь и вновь в такие места, как, например, где еще нет цивилизации, например, такие как Байкал? Просто потому, что их притягивает как раз величие Господа, это его вселенская форма. И сегодня день явления Гирираджа Махараджа. Гавардхан, Ом Гавардхан. Когда мы поем даже Джай Радха Мадхава, там тоже есть Гавардхан, там есть Вриндаван. Это изначальная обитель, это там, где Господь, когда Он приходил в этот материальный мир 5000 лет назад, Он там разворачивал свои игры. И Ом Гавардхан – это удивительное место. С ним связано очень-очень много игр Господа. Но кроме того, нам нужно понимать, что Гирирадж Махарадж – это изначальный слуга. Это как бы пример слуги. Почему же это важно для нас понимать? Пример слуги. Кто изначальный слуга Господа Кришны? Кто его самый первый слуга? Да, Баларам, Шримати Радхарани, у них разные функции. И Гавардхан, в конце концов, это Баларам. Когда мы знаем, что Господь Баларама, Он принимает разные образы для того, чтобы служить Кришне, своему старшему брату, то мы знаем, что Он становится сандалиями, например, его. Он становится его местом для сидения, он становится его кроватью, он становится его чадаром, он становится его украшениями, он также становится его зонтиком. И Гирирадж Махарадж, он тоже сыграл эту замечательную роль зонтика в лиле Гавардхана лиле, когда Кришна поднял Ом Гавардхан и защитил всех своих близких преданных
самых ближайших преданных от этого стихийного детства. И что бы то ни происходило, то есть какая бы лила ни происходила, которая исходит от Господа, которая с Ним связана, в ней, безусловно, нужно найти что-то для нас, потому что можно просто ее слушать как историю и вдохновляться от этого, и развивать в себе сознание Бога, понимание Бога. Но кроме этого, нужно еще понимать, а в чем же урок для меня, то есть что я должен понять из этого. И в связи с Гирираджем Махараджем, мне, по крайней мере, с философской точки зрения, с точки зрения ученика, приходит понимание, что это изначальный слуга. Что делал Гирирадж? То есть каково его предназначение? У него не было других идей, кроме как служить Господу. Когда человек становится на духовный путь, это подразумевает, и мы должны это понимать, что теперь мы начинаем налаживать отношения с Господом. В чем идея бхакти, в чем высшая цель человека, ставшего на духовный путь? А в том, что он устраивает, он возвращает свои утраченные отношения с Господом. И делает это через его частички, то есть через преданных. Он делает через людей, через окружающих его людей. В конце концов, мы должны достичь уровня самозабвения. То есть мы не должны думать о себе, потому что этот материальный мир подразумевает, что богоцентризм, эгоцентризм подразумевает, что мы концентрированы на самом себе. И насколько мы сконцентрированы на самих себе, настолько мы не можем быть слугой кого-то другого. Но поскольку мы учимся быть слугой, то это значит, мы учимся думать о других людях. То есть вначале мы учимся просто их уважать. А чтобы их уважать, нужно еще одно условие. Нужно научиться их понимать. Мы понимаем других людей или нет? Может быть, мы стараемся это делать. Но нужно стараться это делать, продолжать, потому что это основная идея. Мы учимся понимать других. Почему сложно понимать других? Опять же, потому что мы очень сильно сконцентрируем на себе и утрачиваем эту квалификацию слуги. Даже если мы стали на духовный путь, и мы занимаемся, например, поклонением божествам в храме, или поклонением божествам дома, например, или чтением книг, или киртана. Наряду с этим нам нужно всегда проводить внутреннюю работу и внутренний анализ. То есть мы должны понимать, как описывает Господь Капила Дев в третьей песне Шримад Бхагаватам. Он описывает там квалификацию Канишха, квалификацию Мадхьяма и Уттама. И Канишха — наиболее распространенная позиция человека, ставшего на духовный путь. То есть мы получаем, мы согласны с тем, что Бог есть. И мы принимаем его, мы соглашаемся, говорим, да, мы согласны с тем, что Кришна — это Бог, а я его слуга. И вот это первое согласие наше, которое исходит из нашего сердца, подразумевает, что мы встали на этот путь. И в этот момент мы приняли Бога. Но принимаем ли мы все-все-все его частички, которые наши окружают, даже, может, наших близких людей? Насколько мы с ними взаимодействуем, насколько мы о них думаем? Тем более о каких-то чужих людях, например. Вот, в этом вопрос, в котором мы должны начать разбираться. И там Господь Капила Дев говорит, что даже если человек поклоняется божеству, но пренебрегает моими преданными или другими живыми существами, я заставляю от страха сжиматься его сердце. То есть это меня не удовлетворяет. Поэтому настолько важно, то есть как мы можем развивать умонастроение слуги? Как вы можете вообще кому-то служить, если вы не уважаете другого человека? А вы не уважаете его, если вы его не понимаете? То есть другими словами, мы должны учась понимать других, мы начинаем их уважать, и тогда мы можем им служить. Или мы начинаем сначала служить механически, то есть понимая, что нам нужно развить уважение к другим. Мы начинаем что-то делать, как бы через силу для другого, или для Кришны, или для другого человека. И так мы начинаем развивать уважение к другим. Это очень взаимосвязано, это то, что является нашей основой, нашей практикой. И еще раз, в чем цель всей этой практики? Она состоит в том, что мы развиваем отношения, потому что счастье или блаженство, к которому стремится каждый из нас, потому что мы состоим из чит, из
сад и из ананды, то есть из блаженства, из знания, из вечности, мы из этого состоим, это наша неотъемлемая позиция. И мы стремимся к этой ананде, например, к блаженству, почему все люди ищут счастье. Мы должны точно понимать, став на духовный путь, что блаженство или счастье подразумевает, что мы развили любовные отношения с другими, что мы развили любовные отношения с Господом. Это просто отношения. И когда люди ищут счастье, они, например, могут представление о счастье иметь очень разнообразное. Одни думают, что счастье — это вот быть кем-то. Счастье — это иметь то-то. Счастье — это занимать такую-то позицию. Счастье — это получить вот это и так далее. То есть счастье — это какие-то вот такие вещи, которые человек представляет. Но на самом деле, все получив это, человек должен прийти к заключению, что в этом не было никакого счастья. А истинное счастье состоит в том, что я развил с кем-то отношения, хотя бы с кем-то. Но по идее, развивая отношения с Господом, мы развиваем отношения с каждым живым существом. И на практике мы должны это доказывать. То есть сама идея служения или сама идея любви подразумевает бескорыстие. Замечательное украшенное божество в этот замечательный праздничный день помогают нам развивать любовь друг к другу. Итак, вначале человек, занимаясь служением, он сосредоточен на себе, и все, что он делает в своей практике, это мотивом является он сам. Какие-то его желания, какие-то его идеи, какие-то его направления. Но вначале, как я уже сказал, мы должны прийти, вернее, в конце концов, мы должны прийти к самопожертвованию, к самозабвению. То есть мы настолько забываем о себе, вот насколько мы забываем о себе, служа другим, это наша квалификация. Или отдавая себя Богу. Это наша квалификация. Мы отдаем себя другим. Гирираш показывал это. Вся его идея состояла в том, что он ждал Кришну. Зачем он ждал Кришну? А зачем мы ждем, например, какого-то человека обычно? Или каких-то людей, или какой-то встречи. Зачем мы ждем? Чтобы получить что-то для себя, чтобы получить какую-то радость для себя, чтобы получить какую-то эмоцию, какое-то впечатление, может быть, деньги, я не знаю. Все что угодно получить для себя. Но квалификация слуги подразумевает, что мы ждем кого-то для того, чтобы отдавать ему. То есть у нас нет личного мотива. Мы не мотивированы своим эгоцентризмом. Мы думаем о том, кого мы ждем. И когда Гирирадж ждал Кришну и его друзей, он подготавливал там замечательные озера. Там такие бризы, ветерки дули очень мягкие. И солнце светило, и Гирирадж даже таким образом был в медитации, что приходили облака, которые закрывали палящее солнце. И там были водопады, и там были замечательные цветы, и замечательные деревья, и пчелы жужжали, и лотосы цвели, и деревья качались, и на них были цветы на этих деревьях, и птицы, и попугаи летали кругом. И вот эта замечательная атмосфера, это все то, что создавал Говардхан для того, чтобы Кришна с пастушками пришел и мог там наслаждаться, мог там проявлять свои любовные отношения, свои дружеские отношения со своими друзьями и с коровами. Итак, мы полностью сосредотачиваемся на том, кого мы ждем. Если мы думаем о Господе, мы думаем, чтобы Он пришел в нашу жизнь не для того, чтобы я получил удовольствие, а для того, чтобы ему доставить удовольствие. И это очень, друзья мои, вы прекрасно знаете об этом, что это очень непросто. Потому что я надеюсь, что вы пробовали уже это делать. Может быть, в какой-то момент даже нам это удается, но эта программа, которая заложена в нашем уме, ее очень сложно видоизменить, потому что это программа эгоцентризма, это программа потребления, это программа сосредоточенности на самом себе, в этой жизни.
таковы сердца обычных людей в этом материальном мире. И когда лишь мы начинаем изменять это положение нашего сердца, то мы можем почувствовать, насколько это сложно, насколько это непросто. И опять же, вот эта сложность или непростота, когда мы начинаем заниматься действительностью, служением и пытаться это делать, вот эта непростота или вот эта необычайная сложность не должна заводить нас в тупик. И наоборот, когда мы понимаем, что я на что-то не способен, это еще одна возможность наша обратиться к Господу за помощью. Помоги мне, пожалуйста, служить Тебе. Помоги мне, пожалуйста, развить умонастроение слуги. Помоги мне, пожалуйста, развивать эти любовные отношения, эту любовь к Тебе. Помоги мне. Сама Хари Кришна Махамантра подразумевает, пожалуйста, о прекрасный Господь, о всемилостивейшая энергия Господа, Мать Хара, пожалуйста, займите меня в служении Вам. То есть мы просим, чтобы мы могли перестать быть концентрированы на самом себе, и чтобы мы начали думать о Господе, мы начали думать о Его преданных, мы начали думать о других. И по сути дела, ничего в этом сложного нет в понимании, в философском понимании. Это очень просто понимание. То есть я служу другим. И в этом счастье, и в этом любовь, и в этом высшее блаженство, и в этом бхакти. Что мы отдаем себя другим. Потому что это наше изначальное предназначение. И когда мы поменяли это предназначение не на то, чтобы все служили мне, а тогда мы начали страдать в этом мире. Тогда мы не имеем возможности обрести удовлетворение. Обретая новые и новые удовлетворения от наслаждения чувств, мы не успокаиваемся и мы не находим прибежища в этом. Одно из пониманий, все-таки служим мы или нет, то есть, вернее, служим ли мы себе, своим чувствам, или служим мы другим, или Господу, описано в Бхагаватам, в этой песне, в 9 главе, когда Господь Брахма все-таки дождался Господа, когда он на него долго медитировал, и Господь пришел к нему, и там Брахма спрашивает, понимая, каков опасен этот мир, где вновь и вновь можно погрузиться в зависть, или можно погрузиться в гордыню, он говорит, спрашивает у Кришны, сейчас ты попросил меня, ты доверил мне творить эту вселенную. Но я точно знаю, что когда я начну это делать, я начну понимать, что это я творец. Так, пожалуйста, подскажи мне или защити меня от того, чтобы я не чувствовал, чтобы во мне эта гордыня не развивалась, чтобы она не проявлялась, чтобы я всегда понимал, что ты изначальный Господь, и что ты творец всего, и что от тебя исходит все. И тогда Кришна ему на это ответил. Он дал ему выход из этого положения, чтобы он не мог погрузиться, или хотя бы, по крайней мере, понимал, что он погружается в гордыню. Он ему сказал, если у тебя в сердце будут появляться беспокойства, то знай, что ты в этот момент не занимаешься преданным служением мне. Давайте рассмотрим поподробнее этот момент, потому что он очень практичен для каждого дня нашей жизни. Например, если мы что-то делаем, какое-то служение выполняем, и вдруг нам кто-то что-то сказал, или чего-то произошло, и мы приходим в беспокойство, то это показатель того, что мы служили своему уму в этот момент. То есть, другими словами, эта идея или это действие исходило от моего ума. Но если мы действительно мотивированы должным образом, и мы действительно служим Богу, и к нам приходят какие-то внешние раздражители, то мы не беспокоимся об этом, потому что наше настроение подразумевает, что мы Ему служим. А это значит, что то, что происходит в процессе этого служения, это все является Его сладкой волей. Поэтому даже если происходят какие-то неожиданности или какие-то неприятные вещи, то мы спокойно продолжаем служить, потому что мы знаем, что это изошло от Господа. Но когда что-то исходит от нашего ума, то мы уже привязаны к плоду. Мы уже знаем, как создаем себе образ и думаем, будет вот так вот. И мы остаемся творцами.
То есть мы творцы, а не Господь. То есть мы повелители, мы Кришны. И мы создаем себе образ и думаем, будет вот так. И когда что-то не так происходит, то нас беспокоит. Но раз это нас беспокоит, значит мы создали образ какой-то, и мы чего-то ожидаем, и теперь это не так, и теперь мы обеспокоены. И если человек занимает это положение, действительно положение слуги, хотя бы в какой-то степени, то есть чем больше степени он занимает положение слуги, тем больше он ничем не обеспокоен. Этот мир в сердце, шанти, умиротворение, успокоение, а затем и развитие отношений с Господом, как раз происходит у того, кто действительно занимается преданным служением, подразумевающее, что я служу Кришне, что я служу Господу, что я отдаю себя Ему. То есть это не мешает нам, это не сбивает нас с толку, мы просто продолжаем. Итак, степень обеспокоенности в преданном служении говорит о том, то есть вот эта степень, какова степень обеспокоенности, говорит о степени нашего неслужения, или о степени того, что это мы придумали, и это исходит от нашего ума. Очень, очевидная такая лакмусовая бумажка. Мы можем просто ее увидеть. Если мы ее будем видеть, то есть научимся ее видеть, то мы начнем ее поправлять. Мы начнем правильное развитие. И мы должны контролировать этот процесс в плане того, что мы понимаем, что происходит. Наша практика должна быть осмысленной или осознанной. Мы не можем вслепую идти куда-то. Сколько времени я занимаюсь преданным служением? Уже целый год. Или я уже 2 года занимаюсь, или я 5 лет занимаюсь, или 25 лет. Но чем ты занимаешься, насколько ты понимаешь, что происходит, насколько эта практика осмыслена, насколько ты знаешь, где ты находишься сейчас, и куда ты сейчас идешь, и какова твоя цель, и какие недостатки, над которыми ты сейчас работаешь, какую в сердце своем ты видишь грязь, этот внутренний анализ, это духовная практика. Зачастую в современном обществе вся духовная практика сводится к ритуалам. Вот сейчас, допустим, основная общепризнанная религия – это православие. И можем видеть, то есть, поскольку там законы, допустим, может быть, мы, то есть, как харикришнаиты, мы, может быть, не особо, то есть, нас принимают, потому что это что-то чужое, говорят нам что-то индийский бог или что-то такое. Не особо как бы, к нам относится. Ну хорошо, давайте рассмотрим официальную религию, православие, например, в чем оно состоит. То есть вот эти вот ритуалы, люди в них погружаются, и они совершенно не понимают, в большинстве своем, конечно же, не все, в большинстве своем, что основная идея развития отношений с Богом, или если мы поклоняемся Иисусу, состоит в том, что мы чистим свое сердце. Что с нами происходит? Мы разбираемся внутри. Это внутренний процесс. Духовная практика – это внутренний процесс. И Говардхан как раз показывал вот это умонастроение, правильное умонастроение. Это было для нас, это является для нас примером правильного умонастроения. То есть мы ждем других, мы ждем встречи с другими. Мы хотим соприкоснуться с Господом для того, чтобы что-то Ему отдать. В одиночестве мы не можем это делать, либо мы уже вышли на слишком возвышенный духовный уровень, когда мы в медитации начинаем служить Господу. Но пока что мы повторяем Хари Кришна мантру, и это является основой, сутью нашей практики, что мы повторяем святые имена, общаясь с преданными, обязательно находясь в обществе преданных. И даже в этом процессе мы можем понимать, как я читаю Хари Кришна Махамантру, как я его воспеваю ежедневно, с каким его настроением. Что мне нужен Господь или мне нужны Его энергии? И зачем мне нужен Господь? Чтобы я получил удовольствие? Или чтобы я мог доставить удовольствие Ему? Зачем я это делаю? Зачем я прошу Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари? Займи меня служение Тебе. Зачем? Что такое служение? Потому что я хочу сделать что-то для Тебя, чтобы порадовать Тебя. И этого настроения не будет сразу же каким-то спонтанным образом находиться в нашем сердце, потому что там совершенно иное настроение. И это мы должны, прилагая усилия, стараясь осознавать это, мы делаем это осмысленно. Тогда наша практика начинает оживать, то есть она становится живой. Она перестает быть призраком каким-то. Тогда реально вера в наших сердцах укрепляется.
и медитируя на таких великих слуг, как Гирирадж Махарадж, как Хануманджи, как сам Господь Баларама, мы можем брать с них пример, мы можем от них вдохновляться и пытаться иметь такой же настроение. Все очень просто. Педагогики есть такие понимания, что изначально ребенка нужно приучать к уважению к другим и к благодарности в адрес других. И это является двумя столпами вообще воспитания или позиции человека как такового, что он уважает других и он благодарен другим. Зачем это нужно развивать? Неужели в человеке нет изначально заложено уважение к другим и благодарность к другим? К сожалению, нет, потому что как раз это положение наслаждающегося, это положение позиции Бога в этом мире, контролирующего в этом мире, подразумевает, что я пренебрегаю другими, я считаю, что они все мне должны. Например, когда кто-то для вас что-то сделает, посмотрите, насколько глубоко вы хотите отблагодарить этого человека, понимая, что он вам ничего не должен. И он сделал это по своей какой-то воле. Я имею в виду, не когда идет сделка, когда купля-продажа, вы пришли в магазин, заплатили деньги и вам дали какой-то товар, и вы ушли. Но даже там можно найти, посмотря как вам дали этот товар. Например, продавец может очень обходительно с вами обойтись, именно действительно служа вам. Тогда вы сразу же должны преисполниться благодарности и поблагодарить эту кассиршу или продавца. Как вы замечательно мне подали товар, большое вам спасибо, я очень благодарен вам. Вот это умонастроение благодарности и уважения к другим нужно развивать с раннего детства. Это основа всего правильного человеческого понимания, человеческой позиции. Ну, если мы, может быть, не успели это сделать в детстве, это нужно делать тогда, когда мы начинаем это понимать. Это также очень практичная вещь, очень понятная. Нужно делать эти усилия внутренние. Для того, чтобы мы начинали учились строить правильные отношения с другими, а также равно как и с Богом. Тогда мы будем находиться в служении. И тогда Гирирадж Махарадж, безусловно, нас благословит, потому что, имея такого настроения, он, конечно же, будет благословлять тех, кто будет развивать такое же настроение. Настроение самозабвения и полной отдачи Господу и другим живым существам, всем частичкам Господа. Харе Кришна. Можем ли мы что-то обсудить? Тут в комментарии говорилось, что планеты полубогов находятся полубой, которые контролируют гуны материальной природы. А они же в материальном мире, на них они воздействуют. Если они сами контролируют, как бы вопросы или... Но позиция этих трех замечательных личностей, Господа Вишну, Господа Брахмы, Господа Шивы... Там только про трех говорится или да, про всех? Там они прямо перечислены. Потому что они контролируют... Они шефы гун. Над ним... Сатья Лока, где обитают Вишну, Брахма и Шива, повелитель гун материальной природы. Они втроем повелевают. И безусловно, они с ними соприкасаются. И там есть некий отблеск этих гун природы. Как у Господа Брахмы есть вот это осквернение страстью. Так у Господа Шивы есть это осквернение невежества. Также у Господа Вишну есть это осквернение сатва-гуны. Но это не то, что они скверны, они чисты, просто они играют эту роль, и поэтому взаимодействие с этим они вот такое положение занимают. Это их роль, и они соприкасаются с этими гунами, и они связываются с ними, поэтому они в таком положении. Гранд Тараш Симад Бхагаватам. Джай.
если, например, с нами находится нехороший человек по объективным представлениям, негодяй, так скажем, и он на нас как-то воздействует, мы не можем сохранять спокойствие в этом случае. Как ощутить, что это Господь через него действует? А что сложного? Господь действует, воспитывая нас, например, в каких-то ситуациях. В обществе преданных это нормально ощущать. А в разных там ситуациях тогда человек свое представление навязывает, неправильно. И нам нужно сохранять твердость позиции. Надо сохранять. Надо, но мы можем подумать, возможно, Господь что-то хочет показать через этого человека. Вы говорите о сомнениях. Да. И что с ними делать? Сомнения нужно разбивать немедленно. Потому что любое сомнение, оно подтачивает нас изнутри и обессиливает нас. Мы становимся слабыми за счет сомнений. Никаких сомнений тут не должно быть. А поэтому очень сильная медитация на эту ситуацию, когда я в чем-то сомневаюсь. И даже когда вы в чем-то сомневаетесь, прям можете сразу почувствовать, что вы слабы. То есть вы растеряны, у вас нет опоры. То есть сомнение — это что-то между плюсом и минусом. Например, позитивная позиция и негативная позиция. Вы их занимаете, и вы тогда будете тверды в этом. А когда сомнение, это значит, вы у вас нет. Вы не понимаете, вот так или так, или так. Сомнение нужно немедленно уничтожать в своем сердце. Очень большие усилия прилагать. Вот я буквально недавно чувствовал эти сомнения, когда Кришна устроил так, что нам пришлось уехать из Абхазии. И я не понимал, зачем он это делает. Потому что я точно знал, что это он все устроил. Это не было от меня, не исходило это. Весь этот проект и вся эта деятельность. Я точно знал, что от него. И когда мы только закончили весь процесс, в смысле подготовление, там все обустроили, и все, и можно было начинать по-настоящему заниматься воспитанием детей. В этот момент Кришна устраивает так, что нас оттуда просят, и мы оттуда даже вынуждены выехать. Большие сомнения. Я был очень слаб в этот момент. То есть я был ослаблен, потому что я не знал, в чем идея. То есть неважно даже, какой мы выбор сделаем или на какой основе мы остановимся. Пусть это будет какой-то позитив или даже негатив, это не важно. У нас должна быть твердая почва, мы должны понимать, что да, это вот так. А когда мы не понимаем, что так или не так, этот стих даже такой есть. Есть разум тех, кто нерешительный? Нет, Высоцкого. Как же там, что-то червей, сомнения, почести, иглу, или когда все время против шерсти, или как я не люблю, или когда железом по стеклу. То есть я не люблю, когда черви сомнения. Потому что черви сомнения не подтачивают человека изнутри. И это невежество. И поскольку весь этот мир, он, по идее, это прибежище невежества как раз, он невежество, здесь и страсть в основном, здесь благости очень мало, особенно в последнее время, то и все люди вот таковы, они слабые люди. Сейчас нет таких выдающихся каких-то людей, посмотрите, замечательных таких лидеров, полководцев каких-то удивительных, которые даже в Кали-Югу были в истории, или там, не говоря уже, когда вот мы читаем какие-то более давние времена. Потому что больше невежества, больше сомнений. И мы их должны разбивать, эти сомнения. Но каким образом уже? И когда я днем и ночью на это медитировал, я хотел понять, в чем идея, то есть что я должен делать. В чем идея Кришны, каков его план, зачем это все, что я должен делать. И когда я в той или иной степени я понял, я сразу же утвердился в этом, и эти сомнения ушли в большинстве своем в основе. И тогда я обрел опять же спокойствие и силу. Вот, то есть мы, думая об этом, если у нас какие-то сомнения, мы думаем, что этот человек, или что он хочет, или так может поступать, или так, может это Кришна через него, например, говорит, то мы получаем ответ, обычно, это мой опыт, мы получаем ответ, почти всегда. У меня нет каких-то ответов, вопросов, которые там длятся годами, я не знаю, на них ответы, до сих пор каких-то сомнений нахожусь. Нет, они уходят,
Это же наше желание познать что-то. И Кришна, Он дает нам это. А какой ему смысл не давать нам это, если мы искренне это можем? Сама эмоция, когда какой-то плохой человек как-то с нами взаимодействует, как мы можем его называть плохим, сама эмоция, она, конечно, может быть негативна. Но это будхи-йога, то, чем мы занимаемся. То есть это йога разума. Из позиции разума рассматриваем, мы понимаем, да нет, это какой-то знак, это для меня какой-то урок, это что-то для меня. И что для меня? Вот тут мы начинаем думать над этим. Что для меня? Может быть, мне нужно стать более широковидящим человеком или более уважать других и уважать другие мнения также. А может быть, он наоборот сбивает меня с толку, этот человек, и не дает мне идти своим путем. Такое очень часто происходит, когда люди сбивают друг друга. Как только они узнают, что вы Хари Кришна, они сразу же начинают критиковать и стягивать вас на свой уровень, какие-то люди, другие, даже близкие люди, родственники. Это часто происходит. Спасибо. Я теперь распознал, что это сомнение на самом деле. И как с ними поступать? А еще дополнение можно насчет сомнений? Я как-то так немножко тоже удивился, если Гасай Махараджа услышал, что сейчас сказали такое вот отношение к сомнениям, что, ну, говорит, если мы их не можем разбить, то, говорит, не нужно их развивать, просто они со временем сами придут. Это второй момент, что просто нужно отстраниться от них, и забыть, насколько возможно. Ну, может быть, не в каждой ситуации это может быть, это реально то посильно. То есть уйти от них, если мы их не можем. Оставить их в покое просто, и они постепенно развеются по мере практики. Ну, я не могу с этим не согласиться, почему? Потому что как раз... Когда они есть, и если я буду в сильном беспокойстве находиться, то есть концентрироваться слишком на них, то я буду очень слаб. Да. Они а я могу переключиться, но тем не менее я об этом думаю все равно. Подсознание, да, где-то там. Я об этом все равно думаю, потому что меня не устраивает, что они в моем сердце сохраняются. Я-то знаю, что они, даже если я от них отвернулся, они все равно там пребывают. И ослабляют меня. Вот, ну да, это другой может быть крен, что я чрезмерно прямо... Хочу завтра, вот прямо сейчас, скажи мне, Кришна, в чем дело, скажи. Ситуация для их разрешения может не созреть не сразу. Да, да. Поэтому мы должны ждать, они тоже не сразу, это я согласен с этим. Допустим, я пребывал в этом состоянии, может быть, месяца три, например. Это приличный срок. Если бы я только на этом был сконцентрирован, то непонятно, что со мной бы было. Я бы, может, заболел уже чем-то сильно, потому что ментал же влияет на физику потом. Вот. Мы переключаемся на позитив, но тем не менее идея, что как устранить сомнения, потому что в любом случае они подтачивают нас изнутри, она должна сохраняться. Хотя, может быть, сильно нужно концентрироваться, и потом, да, Кришна разводит в любом случае, если у нас есть такое. Потому что нежелательно, чтобы это на жизнь затянулось. Сомневаться в Кришне, например, все-таки до сих пор сомневаюсь, все-таки есть он или нет. Ну, думаю, ладно, само собой это станет, а я буду своими делами заниматься. Все равно мне какие-то нужно усилия прилагать, ну, да, чтобы эти сомнения уходили. Но с другой стороны, да. С другой стороны, Кришна сам помогает, то есть он как бы заинтересован же в образовательном процессе. Чрезмерная концентрация. Усиление веры, это помогает Кришне развиваться. А вот скажите, можно ли человека благодарить? Ну, вы сказали, как бы, что нужно благодарить за то, что там человек хорошо что-то сделал, там, продал, там, еще что-то. А нужно ли благодарить, если от человека, ну, произошло, допустим, по человеческим меркам обида, или он забирает тебя время, вот, ну, как бы, или как, нужно ли благодарить за вот этот, ну, негатив, по человеческим меркам? То есть, или опять же, какое должно быть настроение, как урок это воспринимать? То есть, надо, да, как урок. Потому что, по большому счету, здесь нет плюса и минуса. Плюс и минус – это наше восприятие. Черное и белое – это двойственность материального мира, это наше восприятие. Нету здесь плохого и хорошего. Все абсолютно, если мы рассматриваем это как абсолют. Но если мы это рассматриваем как двойственность, то это все двойственность. И когда плохо мы страдаем, и когда хорошо мы радуемся. Это наше восприятие мира. Поэтому мы меняем свое восприятие. Что бы с нами ни произошло, будет даже самая отвратительная какая-то ситуация, которая с нами случилась. Как мы ее рассмотрим? Если мы рассмотрим как урок, если мы ее рассмотрим как... рассмотрим как то, что нам помогает, то мы не будем ни на кого обижаться, у нас не будет никаких обид, а у нас будет, наоборот, благодарность. Благодарность за то, что нам сделали какую-то гадость. Это как-то, ну, нелогично звучит с обычной точки зрения, но в этом ничего нет сложного, если мы разберемся с правильной точки зрения философии. Потому что мы научились.
чему-то. Найти за что поблагодарить, ну, человека в этой ситуации, пусть даже внутри. Он раскрыл мне, например, свою грязь, потому что я вспылил, оскорбился, обиделся там. Почему я так сделал? Потому что это во мне есть. Если бы во мне не было зависти, если бы во мне не было жадности и вот этой проявляющейся как обиды, это было невежество, то я бы так и не сделал никогда. И об этом показывают святые, которые, ну, как пример для нас, они все равно продолжают любить других, независимо ни от чего. Вот святой человек, он сразу видит, да, если человек, какая-то неприятная ситуация произошла, случилась с ним, он может сразу, допустим, что-то и благодарить, может быть, сразу, но если человек невежественный воспринимает какую-то неприятную вещь, вот, то обида может долго храниться, прежде чем откроется что-то полезное, ценное будет. Что... Поэтому мы собираемся... Человек искусственно пытается благодарить, но обида сидит. И что, понимаете? Часто что будет? Ну, опять же, то есть, вот, часто я могу встретить, когда преданные говорят, с позиции разума я понимаю, что это все классно, все, но чувства мои не дают мне. Но этого достаточно, потому что это не уйдет опять же в одночасье. Но как раз Буддхи-йога подразумевает, что мы все равно, мы знаем, что это неправильно, хотя не можем сейчас. То есть для чего нам вообще шастры, для чего нам писание? Чтобы мы имели вот эту вот основу, да? Что мы вот, если мы на них оперлись, на... шастры, у нас есть вот эта вот опора, тогда мы тверды. Мы понимаем, что это неправильно, например, что я на кого-то обижаюсь, но я не могу сейчас не обижаться, но я буду продолжать оставаться в этом процессе, чтобы это уходило постепенно. Вот. Но когда этой основы нет, то тогда человек, обидевшись, может все бросить там, и вообще уйти. Там, и... То есть вот это шастры, они являются основой. Они говорят, что ищи в себе причина, ищи свою грязь. Почему ты обижаешься? Потому что это твоя проблема. Это не проблема этого человека, это твоя проблема. Удивительно то, что рано или поздно приходит такое позитивное эмоциональная благодарность, которая действительно, когда человек оценивает, что это действительно такой классный позитив, который мне очень сильно помог. Кришна устраивает таким образом ситуацию житейскую, что показывать не просто на уровне разума, но на уровне даже, так сказать, ну, реальной. И оборачиваясь назад, может даже через годы, я благодарю того человека, который совершенно столько мне доставил беспокойство. Да, некоторые вещи только через большой промежуток могут стать очевидными. А есть какие-то практические советы, вот, как работать с обидой? Человек постоянно испытывает обиду. Обида — это гнев. В таком виде, в виде обиды. Это гнев. И гнев проявляется в связи с тем, что вожделение охватило наше сердце. То есть, если почитать два стиха этих из Бхагавад-гиты, 2.62-63, там идет вот эта постепенная деградация. Как там говорится сначала, «Дьяято вишаян пумсах, сангас лишу паджаете». То есть, соприкасаясь, вернее, там вообще созерцая, объекты чувств, человек обретает к ним привязанность. Из привязанности рождается вожделение. И потом уже из вожделения гнев появляется, там потеря памяти и все остальное, там вся эта цепочка описывается. Но нам, раз обида появилась, значит, у нас гнев появился в сердце. И нам нужно понять. Мы оглядываемся назад, это практичная просто вещь. И думаю, что гнев появился из какой-то привязанности, сам газ. Сангас — это привязанность. То есть мы созерцаем объекты, например, мы представляем себе что-то, какое понимание о человеке, это человек вот такой. И он вот такой, вот такой. И в какой-то момент мы поняли, что он не такой. И он что-то не такое для нас сделал, допустим. И мы возмущаемся, как это так? И все, вот это возмущение уже подразумевает, что было вожделение проявлено, то есть была привязанность проявлена. Камах. То есть кама сначала была, а потом этот сангас, привязанность, это вожделение. И значит гнев, как следствие. Значит, мы обратно возвращаемся, и мы можем рассмотреть, к чему же мы привязали, что сейчас у меня родился гнев. То есть в чем моя привязанность была? Ее нужно разоблачить, опять же, аналитически. То есть разбить эту привязанность. А с какой стати я вообще к этому привязался? А вообще, почему я ожидал от этого человека такое? Например, и тогда можно, ну, по крайней мере, успокоиться в какой-то степени. Если дальше продолжать этот процесс, то... Мы в самом начале будем пресекать эти вещи.
когда созерцаем, мы видим в этом проявление Господа, и мы к этому не привязываемся именно с материальной, с нашей точки зрения, то есть мы как бы не для своего удовлетворения, а мы все видим как возможность служить Господу, тогда никакой там обиды, никакого гнева уже не будет. Но это постепенно. Анамали Прабху, скажите, какими гуру хочет видеть своих учеников? Разные есть аспекты, которые бы он хотел видеть своих учеников. Что вы имеете в виду? Какие-то основы? Ну да, основы. Самое основное, насколько я понимаю, это то, что он привязывается к Кришне. Потому что это суть практики. Что значит духовный учитель? Потому что есть учитель математики, а есть учитель трудов, а есть духовный учитель. Духовный, каждый по-своему. Например, если вы замечательно сделали табуретку, я очень рад, если я учитель трудов. Я посмотрю, как замечательно вы сделали табуретку. Это то, что надо. Это вообще, ну просто на выставку можно поставить ее. Это просто идеально. Вот что меня радует. Потому что я преподал вам, как делать табуретку, и вы ее идеальным образом сделали. Но что делает духовный учитель? Он дает вам любовь к Богу. Если эта любовь к Богу у вас проявляется, или служение Богу проявляется, то его удовлетворяет прежде всего. Но также есть разные другие аспекты. Например, когда он видит вашу самостоятельность и личность, что вы становитесь себя осмысленным, что вы не идете просто на поводу каких-то обстоятельств, потому что в этом мире личность очень редко проявлена. Личность – это независимо от обстоятельств, позиция человека. То есть у него всегда есть высшая цель, у него всегда есть расположенность отдавать другим. Это личность. И, конечно же, духовный учитель хотел бы видеть, чтобы его ученики были личностями. Чтобы они шли осознанно, чтобы они осмысленно занимались этой практикой. Чтобы они не просто по течению плыли. Потому что мы плыли по течению в этом материальном мире, теперь мы стали на духовный путь и опять плывем по течению здесь. Мы ничего не понимаем, что происходит. И делаем просто все как все. Все как все. Вот. И для начала это нормально. Но потом духовный учитель, безусловно, ожидает, что вы проявляетесь как личность, что у вас есть свое мнение, что вы развиваетесь, что у вас происходит анализ. Это тоже один из моментов, который очень удовлетворяет духовного учителя. Также духовного учителя очень сильно удовлетворяет, когда его ученики дружны между собой. Так же, как отца очень сильно удовлетворяет, когда его дети дружны между собой. Они любят друг друга. Если я родитель, а это мои дети, и они любят друг друга, или они постоянно грызутся между собой. Разве это удовлетворит родителя, если его дети грызутся постоянно между собой? Если они не просто не любят, они ненавидят вообще друг друга. А такое нередко встречается. Братья, сестры. И это очень больно для родителя, потому что он другого ожидал от своих детей. Точно так же учитель от своих учеников ожидает, что они очень дружны. И учитель подразумевает, что он широко видит, что не просто мои вот именно ученики, а вообще все ученики моих, даже духовных братьев, это тоже мои ученики, так и духовные учители. Они все вот дружны. Мало того, что они дружны между собой, они еще вместе собираются и прилагают какие-то усилия для того, чтобы меня удовлетворить. Это вообще высший пилотаж. Это вообще прекрасно, это вообще очень удовлетворяет духовного учителя. Ну вот, может, такие аспекты основные, может, еще какие-то есть. Вы говорили, если человек служит бескорыстно, внешние раздражители его не беспокоят. Но если мы служим нечисто, понимаем, что должен такой, но все равно примеси или, наоборот, даже корысти есть. И, как следствие, внешние раздражители беспокоят. И если теоретически это осознал, что раз беспокоит, значит, мотив нечистый, можно ли избавиться от этих раздражителей? Это первый вопрос. И если мы таким образом... От них избавиться? От раздражителей в голове, который раздражает даже не тот человек, а мое понимание раздражает. И если это теоретически осознал, сам мотив будет как следствие меняться, что более чистую сторону, что более ускоренно. Диагноз – это практически уже все, это победа над болезнью. Самое основное в болезни – установить диагноз. Если диагноз установлен, то вылечить можно, потому что понятно все, как лечить. Как лечить – все понятно. Например, лечить зависть нужно служение.
мы служим для кого-то, и наша зависть уходит из сердца. Также какие-то там, не знаю, если это простуда, то какие-то таблеточки надо. Но нужно диагноз установить, это самое важное. В данном случае вы сказали, что я установил диагноз. Будет ли это избавлять? Конечно. То есть это практически уже победа. Осталось дело, ну, все это сделать. Дело за тем, чтобы это сделать. Нет? Я не тот? Я не понял, где причина. Или с мотивом надо работать, и будут уже раздражители убираться. Или раздражители, мы понимаем, что это как следствие. Ну что, курица или яйцо первое, вот непонятно. Или с мотивом, что надо работать, и тогда раздражителей не будет уже никаких. Или мы раздражители понимаем, что это следствие неправильного мотива, и тогда мотив будет чище. Вот, чтобы чистоту обрести. Когда мы приходим в беспокойство, ну просто вот эти термины я по-другому немножко скажу. Когда мы приходим в беспокойство какие-то, мы подразумеваем, прежде всего, понимать должны, что это что-то не в порядке у меня. А это значит, что какой-то мотив мой, скорее всего, неверен был. И тогда мы, просчитывая назад, мы понимаем, в чем я мотивировался, делая это. И тогда мы уже увидим свою грязь в мотиве. Тогда мы просто берем его и меняем свой мотив. Я не хочу иметь такой мотив. Это ваш выбор. Это наш выбор. Я не хочу такой иметь мотив. Он дурацкий заведомо. Он провальный. Он проигрышный. Я проиграю, если я буду иметь этот мотив. У меня будет катастрофа жизни. Если я буду иметь мотив наслаждать свои чувства, например. Поэтому я уменяю, я хочу служить другим, а не эксплуатировать других. Мы меняем свой мотив, конечно. Узнавая это, я и говорю, что диагноз поняв, что ага, вот это меня беспокоит, это значит, какой мой мотив? Ага, вот такой. Значит, все, я диагноз определил. Теперь я просто его устраняю и работаю на этом. Я его излечиваю. Получается, внешние раздражители помогают нам вытащить наружу, что мы там имеем, да? Кришна это и посылает все. Какие-то извне раздражители, они показывают нам нашу болезнь. Когда все в порядке, мы сидим у себя дома перед компьютером в одиночестве, то все классно. Никто нас не раздражает, и все замечательно. Но стоит выйти на кухню, а там, как в песне, придешь домой, там ты сидишь. То есть жена имеется в виду. Ну и началось все. А что началось? Началось то, что я переисполнен этой грязи, этих игл, которые в сердце моем находятся. Они постоянно меня колят. А внешние раздражители мне просто помогают. Любой такой человек является инструментом в руках Господа лишь для того, чтобы мы могли диагностировать свою болезнь, а не в очередной раз кого-то. Гирирадж Махарадж ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Гоура Прамананда.